Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Sacred 3, продолжаем проходить эту игру. Guards, да, пора меня прибивать. Зараза, вот ты меня задолбал, честное слово. Ты посмотри, когда я там, дай мне договорить, и потом там, ты иди, что тебе там нужно. Вот, как вот эти. На тебе. Ай, казнить. Вам, отлично, валим отсюда. Ребят, как мы смотрели, в принципе, там еще осталось, по идее, пару миссий. Миссий 5 где-то, может, чуть-чуть меньше. But not where the key is. So helpful, I know. Think you can look around for it? Ah, ну ты капут, нужен. I see you. Нужно ключ найти. Damn, jerkhead, fish face. Ah! Sorry, I thought we had a shot sneaking. Ух ты, нифига тебе, сколько ему нужно. Отлично, вот и ключ. На! На, и тебе. Так. И тебе. Отлично. Всех поубивали, ключ забрали. И можно возвращаться назад. Так, отлично. 17. Нет, мы не ключ забрали, мы половину ключа забрали. Ну, в принципе, да, тут есть два вот этих, куда нужно идти. Ох, ни хрена себе. Ладно. Так, ну, давайте опять посмотрим, что там получится. Капут. Нужно посмотреть комбинацию этой хрени, когда она появляется. Ага, все. Ну, а ключ тут будет. Ага. Так. Отлично, все. И сейчас идем, открываем эту дверьку. Отлично, проходим дальше. Так. Так. Ох ты ж. Так, ну ещё, вот еще бомбочки. Бомбочками намного проще, мне кажется. Так, ну иди сюда. Так. Казнить? А, блин, я его и так. Харе уже. Ай, капут, почти что. Всех убили. А, вот сундучок. Сундучочек. Это мы... Так, походу нам сейчас, да, вот сюда. Бежим, или что мы там сейчас делаем? Катаемся, да? О, так намного проще. Фу, сейчас нам куда? Что-то я ни хрена не вижу. Во, сюда. I see some giant white tank things. They're either for the Legion так, of давайте, чекпоинт. Either way, why not destroy them? You will never destroy the chambers of the Legion of Blood. The last one who tried ended himself to be a thief. Так. Сейчас и умрем. Нет, не умрем, у нас же лечилочки. На тебе. А вот сейчас ты сюда, громила, и кто-то там, маг какой-то. Сейчас так. И еще чуть-чуть. Давай. И сейчас. Давай, еще один удар. Отлично, все, всех. Поубивали, туда нам нельзя или что? Я чуть не понял. Опять два прохода, и фиг его знает, куда нам идти. Crash all of them!
Чего? Преобразующий. Охренеть, нам нужно уничтожить 28 этих штук. Ну ладно. Казнить. Давай. Так, отлично. Фу. 4 уже есть. 4 есть. 4 есть. И вот тут еще. Так. Отлично. Казнить. Все, отлично. Вот еще. Я как-то даже не заметил, что тут еще есть. Так, так, отлично. И давайте вот этого. И еще вот этого. Казнить. Бам. Так, сейчас тут, походу, нам нужно как бы, ну да, назад возвращаться. Так, отлично. И еще вот это. Так, так, так. И вот так, отлично. Сейчас нам, походу, нужно возвращаться назад. В ту сторону, как бы. Фух. Давайте сюда. Those tanks aren't gonna destroy themselves. At least, I don't think so. Отлично. Так. Так. И еще 8. И еще вот тут. И еще вот тут. Давайте, давайте. Еще немного осталось, ребятки. Давайте на эту сторону пойдем, вот сюда. Ну, в принципе, да, еще 4. А, так нельзя. Так. Так. Ай. Отлично. Так, вот этого нужно убить. Ух ты. Так, 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 отлично, убили. Кто там еще есть? Еще один-то, походу, был. Да, вот он. Давайте сейчас мы его быстренько убьем. И назад. Там уже дверь вроде, наверное... Вроде, наверное, да, открылась, да? И сейчас... Сюда, ну, в принципе, да. Better depart while the departing is good. Ух ты, это что такое? My vile friend, the fiend. Только не говори, что сейчас мы с ним будем сражаться. Talicus is feeling peckish. Ладно. A Talicus beast? Так, сейчас... It'll probably kill you. I thought I already killed that. Так, о, сундучок. Вот так, и сейчас вот сюда. Давайте. Чекпоинт. Фу. If I were to produce Ух, охренеть, сколько вас. Бам. И тебе тоже. И тебе тоже. Ну давай уже ты. Ты нереально какой-то. О, все. О, друг новый. Так. Опять обороты колеса. Ах, ладно, куда нам? Где оно вообще? Вот. А что оно сделает? Пока будет эту хрень опустит, да? Давай, да, да, тогда уже. Дай, да, 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 дай, дай, дай мне. Дайте. Вот так. Да, когда уже кружится. Так, дайте крутануть вот это. Так, так. Ай, 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 ай. Казнить вам.
Ай-а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 й-
них бегут вот эти. Ну давай, да-да-да-да-да, крутануть, дай крутануть. Все, отлично. Еще вот этого. Сахар уже кружится. Ух ты, это куда мне нужно убегать? А, вот. Get the spleen. Так. You're safe. And no more war machine for Zane. So, они могут пройти за мной. Or you can take care of the Talikas. Так, убежали. Well, when you put it that way. Сейчас сюда. И дайте бомбу. Ай! Фух, охренеть, как я его вовремя выбил, вот это зелье. Эти что кружатся, это как... Это какой-то новый, этого я еще не видел. Ходить! О! Бам! Так. Дайте мне поднять вот это, что тут есть. Так. Этого убили. И сейчас нам... Да, хорошо там... Казнить. Все, отлично. И сейчас... Насколько вас тут, ребята? Все, этого мы тоже убили. А вот этот никак... Все, нет. Еще не... Нет, вот ты умирай. Все. Зараза. Так, сейчас нам... Хрен его знает куда, но походу вот сюда. Элит! Лейтенант! Беги! Так. Все. Ну, как бы не все, но... Ух ты, это что еще такое? Так. На тебе. Казнить. Отлично. Чё это за хрень над головой? Во. Ух, еще вас приперло. Да хрэ, уже за мной гоняться, ребята. Так, вроде всех. Нет, не всех, но как еще вот этот босс остался, да? Так. Ух, дайте мне вот это. Ай. Отлично. И еще чуть-чуть. Сколько там осталось? И вот сейчас вот так. Все. Нет, не все еще, наверное, придется ударить пару раз. А, все. Ключ. Отлично, всех поубивали. И сейчас валим отсюда, походу куда-то... Да, вот двери, огромные двери. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нам что, туда спускаться или сейчас уже сражение с боссом будет? Как думаете? Вот, не знаю. Увернулись? Или что мы там сделали? Сейчас. Чё-то нет, вот сюда. Вот сюда, бежим. Сейчас, да твою ж. Давай. Так, сейчас сюда, да? Сейчас, быстренько. Ну чё там, Басяндра, ты где? О, вот он. Сражение с каким-то грозным боссом, по идее. Какой-то очень такой грозный. The Talikas were created by dark magic. Something should stay extinct. You know what I mean? Ну, давайте посмотрим, что за чудило сейчас на нас нападет. А, вот тот, которого показывали. Да, он прекрасно ладит с детьми. Охренеть, большой. А что-то не очень жирный. Я думал, он намного будет какой-то пожирнее, можно и так сказать. Ай,
Увернулись? Нет, не увернулись. Ну, прийти, что такое. Ух ты. Ты крутой. Так, 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 так. Ну да, сейчас понятно, почему он такой не очень сильный, можно и так сказать. О! Так, и значит его пару раз, да, нужно убить. Отлично. Ой-ой-ой, убегаем, убегаем, убегаем. Что, тут есть какие-то зелья, да, вот. Так. 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 А, сейчас он еще слабее. А вот сейчас уже, походу, вообще слаб будет. Да, не очень уже такой сильный. Убери меня отсюда, нужно убить. Ай. Вот капут ты, зараза. О, сейчас еще быстрее будет. Давай, 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 еще чуть-чуть. Вот это зараза. Сейчас давайте, может, немного куда-то. Убегаем, фиг его знает. Ай, валим. Все, наконец. Ух ты, 18 уровень. 18 уровень. That wasn't so bad, was it? Hey, так, бабло. I'm a telepath. Don't think I don't бабло? Know what you're thinking. No, not my Talikos. I will crush your puny resistance once and for all. Так, your всё. Minuscule rebellion will end under ладно, my ладно, fist. Прекращайте там бодать. Энигмара, воин. Так, ну чё, отлично, прошли мы, ну, быстренько. Босс такой, не очень, я скажу, сильный. Как бы сильный, да, его три раза нужно убивать, но... Че у нас тут есть новенького? Духи огня. Эльф. Боевой маг. А чё это делает? Целебный сфер восстанавливает членам отряда на 21% больше здоровья. Нет. Так, ну чё. Навыки. О! О! Это другое дело. Казни можно проводить последовательно, причем следующая жертва может находиться на значительном расстоянии от предыдущей. В принципе, ладно, это можно вот это все разблокировать, потому что бабла у нас, в принципе, и так хватает. Так, уклонение можно? Нет, нельзя. На 19-м. Шипастая какая-то там. Нет, это тоже не землетрясение. Следующее на каком? 21-м. Во время землетрясения персонаж получает на 50% меньше урона от ударов. От ударов врагов наносимый урон увеличивается на 10%. Ух, нихрена себе. В принципе, ребята, на этом давайте закончим эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И еще секундочку. Давайте-ка мы снаряжение посмотрим. На каком уровне? На 20. Всем удачи и всем пока.